Иннополис – это самый молодой и современный город России, который уже доказал, что он не боится бросить вызов времени. Точно такая же задача сегодня стоит перед лучшими мировыми экспертами в сфере блокчейн. В этом здании они словно белки в колесе крутятся, чтобы доказать, что современные технологии и медицина – это вещи неразделимые. Авторы лучших идей и проектов сегодня станут резидентами Наукограда. И, возможно, вот это строящееся офисное здание достанется кому-то из них. Один из таких претендентов – Евгений Воробьев. На международный саммит он приехал из Петербурга. Именно там его компания внедряет блокчейн-технологии в различные сферы жизни человека. Теперь новый проект, уже для медицины, благодаря которому вся история болезни человека окажется в едином интернет-архиве. Очень серьезное значение, потому что подтверждение подлинности состояния человека с целью исключения ложных вызовов, задействования, естественно, тратящих там бензин и время людей. Такую виртуальную историю болезни не исправить, не взломать. Именно это больше всего и привлекает современных бизнес-инвесторов. Таких сегодня в Иннополисе десятки. Они будут нестираемыми, они будут необманываемыми, и по ним принципиально можно будет значительно лучше отчитываться в будущем. Для того, чтобы врачи, для того, чтобы чиновники от здравоохранения имели возможность видеть, что работает, что не работает. Всемирная паутина расплетается все шире и шире, а блокчейн уверенными шагами идет по миру. В России это лишь первые шаги. Если в тех же Штатах их используют 70% населения, то у нас эта цифра не дотягивает и до 1%. Пока блокчейн-технологий в медицине нет, но к ним присматриваются. Здесь вот этот поезд, который идет дальше, и потихоньку начинает это применять уже на практике. Food, you name it, with a long list. Блокчейн-технологии проникают во все сферы жизни человека, и это прекрасно. Здорово, что на этой конференции не говорят о науке, медицине и бизнесе по отдельности. Здесь это одно целое. Проектов и идей сотни. Готовы платформы и рабочие системы. Однако внедрять их без государственной поддержки трудно. И вполне возможно, что этот саммит воплотит эту блокчейн-мечту в реальность. Сергей Хайдаров, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Иннополис.